Здравствуйте, с вами Светлана, мы в магазине Фикс Прайс, город Саратов. Я вам обещала крутые новинки. Итак, декоративный светильник ретро. 199 рублей в двух цветах. Ножка белая и основание белое. Второй вариант — шоколадная ножка и основание шоколадное. Сам светильничек белый, работает от батарейки, смотрится кукольно. Декоративный цветок 199 рублей в горшочке. Силиконовые листья, силиконовые сами цветы, натуральные камни. Горшок из полипропилена, смотрится хорошо, но мы с вами выполняли лучше. И второй вариант. Все то же самое, силиконовые листья и силиконовые цветы. И здесь горшочек и травка. 199 рублей. В общем, выполнено неплохо. Новая коллекция. Это я. За 199 рублей декоративный поднос. Материал металл, крашеный под золото, и стекло, в данный момент зеркало. Смотрится очень даже неплохо. И в эту коллекцию у нас входит, у нас поднос, слон, листья, тарелочки и подсвечник. Очень красиво выполнено, качественно, придраться даже не к чему. И с обратной стороны этого подноса ножки, для того, чтобы не царапать поверхность, на которую мы будем ставить. Также хочу напомнить, декоративные цветы в горшочке 199 рублей. Горшок полипропилен, цветы и натуральные камни. Смотрится очень даже неплохо. А также у нас свеча 77 рублей в стакане. Цветущий сад и ароматы различные. Морская волна, морская лагуна, персик, зеленый чай. Все ароматно, пахнет приятно. Все те же интеллигентные жирафы. 149 рублей. В магазине Фикс Прайс на улице Чапаева за 149 рублей декоративная фигурка в наличии. Только розового цвета. Фоторамка 149 рублей. Производство, конечно же, Китай. В серебре, в золоте и в бронзе. Смотрится качественно, симпатично, достойно. От компании Home самоклеющийся крючок 50 рублей. Он прозрачный, клеится с обратной стороны на липучку. Защитный слой убирается и клеится. Держится хорошо. Шнур 30 сантиметров, 55 рублей. Белый. Прищепки 55 рублей. Красного, синего, белого цвета 12 штук. Мочалка махровая 55 рублей. За штуку синего, красного, зеленого, оранжевого цвета, желтого. Тряпка для уборки универсальная 50 на 70, 55 рублей. Очень мягкая и приятная. Желтый, черный, розовый, горчичный и с рисунком розовый. Моп 46 на 18, только белого цвета. Очень приятный, не знаю как. Он убирает, но для поделок, переделок очень даже подойдет. От компании Bonhomme хозяйственные перчатки 55 рублей. Две пары, защищает руки. Также перчатки бархат универсальные 50 рублей. Салфетка 5 штук 30 на 34, 50 рублей, 5 штук. Салфетка универсальная бамбуковая 30 на 34, 5 штук. В наборе они разноцветные, синие, розовые, желтые. И вот такие вот
тряпочки набор из микрофибры, мне очень нравится, убирает хорошо, 55 рублей. Контейнеры хозяйственные, корзинки, 18 рублей 30 копеек, мятный цвет, очень приятный для организации хранения. Также розовый цвет. И за 11 рублей корзинка хозяйственная маленькая, серый цвет. За 27,50 корзинка хозяйственная, мятный и зеленый цвет. Ящик универсальный, 2 литра, 55 рублей, прозрачный. Производство Россия. Контейнер с декором и крышкой на клипсах, 199 рублей. Крышки различные, полипропилен. Коробка ажурная, мятного розового цвета. И мятного, и розового, с крышкой. Крышка закрывается хорошо, 99 рублей. А также сиреневый цвет, очень приятный. Крышки прилегают хорошо и складываются друг на друга замечательно. Корзинка розового цвета. Размер 34,5, 14, 21,5, 99 рублей с ручками. Желтый цвет. Коврик для ванной. 199 рублей 70 на 45 цвета. Пудра розовый, белый, серый и темно-серый. Очень приятные, мягкие и не линяют. Обработка края замечательная и с обратной стороны антискользящие. За 199 рублей преддверный коврик от Home. Антискользящие с обратной стороны. И цвета различные. Бордовые, коричневые. За 99 рублей коврик в бордовом цвете, в черном цвете. С рисунком. Антискользящий. Качественный. А также шапки за 55 рублей с помпонами. Утепленные, синтетика. Розовые, зеленые, красные, бордовые, сиреневые цвета. Уже похолодало и привезли варежки. Варежки 99 рублей в белом, сером, черном цвете с кристаллами Сваровски. Перчатки за 99 рублей в различных цветах. Цвета в ассортименте, очень приятный рисунок. Буклированные перчатки за 99 рублей. Качество не очень хорошее. Перчатки женские, серый, черный и бежевый цвета. А также детские варежки за 99 рублей с небольшим браком, но нужно смотреть, выбирать и носки. Носки детские 99, взрослые от компании Zuwe. И вот такие вот очень приятные колготочки детские, 199 рублей. Шапки на детишек утепленные, 199 рублей, с двумя помпонами и декорация из бусин и лент. Цвета розовые, белые, очень красивые, красные. Мех у помпонов натуральный. Новогодние наушники-зайчики. 199 рублей в белом, сером, в розовом цветах. А также есть не только зайчики, но и принцесса с короной, мишки, зайчики, лисички, все что угодно. Набор вешалок антискользящих из 3 штук от компании Home, 77 рублей. Цвета бежевые, салатовые, голубые, розовые. Вешалка с широким плечом от компании Home. Производитель, конечно же, Китай. 55 рублей для верхней одежды. Термометр цифровой. 149 рублей. Производитель Китай.
цвет ручки в ассортименте. Чайное блюдце 14 сантиметров, 50 рублей. И к ней можно подобрать чашки такого же цвета и рисунка. Вернее, цвета у всех белые, но рисунки разные. Шикарные бокалы или кружки 600 мл, 149 рублей. Вы посмотрите, какой позитив. Внутри они желтые, снаружи же желтые. И очень удобная ручка. Очень. Для тех, кто любит пить чай, возможно, даже кофе. И синий цвет. Также 77 рублей. Внутри голубая, снаружи голубая. Фирма Kitchen. Кружка 550 мл, 77 рублей. Внутри она белая, снаружи кофе с молоком. Смотрится симпатично. А также новогодние кружки. Очень большой ассортимент. Елочки, олени, игрушки, хлопушки и все остальное. А на этом все. С вами была Светлана. Пока-пока. До новых встреч!